член раздулся, как дирижаб. Покажи. А что не, Виски пьешь. Половину трахаешь в моем кабинете, сволочи! Петр, хочешь водички? Успокойся. Как это случилось? Вы смотрели «Эммануэль». Я тоже смотрел. Вам понравилось? Да, но... Почему их нахуй не надеваем? Может быть, свернул или напильником? Невозможно, это спецсталь. Я пробовал метод Хартманса. Хартман рекомендует половой член, начиная с дистального конца, туго затянуть узкой лентой спиралеобразной по направлению к месту ущерба. Там такая масса, что Хартман не поможет. Да, надо вызвать Марию Марковну. Какую Марковну? Мать твою! И Марту. Успокойтесь. Последствия непредсказуемо. Пожалуйста, не надо, мама. Она пенсионерка, у нее астма. Окрохич! Наша спецсталь на вес золота. Получилось. Ведите шалуна. Смотрите, на кого он пошел. Успокойся. Юмолюбная работа.